Сьогодні в програмі. Чи безпечна робота за комп'ютером та фізична праця під час вагітності? Денний сон. Яка від нього користь? Чому дитина боїться спілкуватись? Поради спеціалістів. Із розвитком новітніх технологій все більше жінок запитують, наскільки шкідливо під час вагітності користуватись різними приладами, зокрема комп'ютером. Как показывает исследование, что мы сейчас, человечество, обложилось удобствами, и эти удобства, естественно, несут в себе определенную какую-то вредность. Микроволновые печи, холодильники, которые, ну, просто, вот они как раз самые вредные, как ни странно. Вот, масса всевозможных приборов в каждом доме, телевизоры, особенно полупроводниковые и ламповые старых поколений. Вот жидкокристаллические, с ними говорят, даже можно спать в обнимку, они безвредные. У повседневному житті электроприлади нас оточують скрізь. Тому зрозуміло, організм до них адаптується. Мы все боимся очень магнитных бурь. Но никогда не учитываем, что у нас эти бури и в доме, и в каждом кармане. Никогда не даем себе отчет, что это тоже как-то может влиять. Отож, компьютер далеко не единый пристрій, что випромінює электромагнитные хвили. Компьютер относится к наиболее таким безвредным. Физический труд для беременной женщины, но если учесть, что беременность – это физиологическое состояние. И любая нагрузка для нее – это вот как золотая середина. Естественно, штангу не будем поднимать, но все делать можно. Ходить можно, бежать за маршруткой тоже как никто не отменял. Кастрюльку поднять на плиту, поставить тоже можно. Вот. То есть, если это здоровая женщина, здоровая беременность, ей ничего не угрожает. А ось якщо існує загроза переривання вагітності, вмикайте режим обережності. Естественно, это и близость тоже исключается между супругами, и физический труд тоже здесь неподходящее дело. Ни в каком сроке, ни в маленьком, ни в большом. Ибо увеличивается давление внутрибрюшное, которое тоже влияет на матку. Причем такую женщину мы предупредим даже о том, что вот пылесос – это тоже для нее вредно, не только вене, потому что он действительно дает напряжение вот передней брюшной стенке, пресса, скажем так. Вот, и, видишь, такую женщину мы кладем в стационар, мы стараемся ее оберегать. Многие говорят, я могу таблетки пить и дома, вот, и укол мне дома сделают. Но для чего мы ее кладем? Чтобы она дома не начала двигать рояль, потому что это беременная женщина. И ей сегодня взбредет в голову то, что нельзя. Именно это и взбредет. Поэтому мы стараемся, чтобы она тяжелее книги ничего в руках не держала. Или уж там своего планшета или телефона. Ніхто не буде тримати вас в лікарні проти вашої волі. І якщо вам потрібно вийти на роботу, то на легку працю лікар надасть довідку. Справка предполагает собой с 5-недельного срока беременности. Женщина не должна иметь дежурства, то есть ночные смены, и она освобождается от тяжелого физического труда. Если это труд такой, который не тяжелый, то от труда, естественно, ее освободят в 30 недель беременности, когда она пойдет в декретный отпуск. Спати всю ніч не прокидаючись, більшість дітей навчається до року. У 2 роки у дітей нарешті формується добовий ритм. Але стає важче вкласти дитину спати. Є вікові добові норми для сну дитини. Так, наприклад, в середньому на добу дитина з 2 до 4 років має спати 13 годин, з 4 до 6 – 11, а після 6 – 9,5. Вот если все это время не уходит на ночной сон, а вряд ли дети у нас спят 13 часов ночью, то какая-то часть этого сна остается на дневной сон.
Если у ребенка родители в состоянии создать постоянные режимные условия с ранним подъемом, с очень активным выгулом до обеда, с вечерним вовремя укладыванием спать, то тогда днем ребенок 1,5-2 часа замечательно спит и чувствует в этом потребность. Сон – це фізіологічна потреба організму. І для того, щоб стан здоров'я не погіршувався, цю потребу потрібно задовольняти. Важливо створити сприятливі умови для поновлення життєвої енергії. Если вы успокоите его, почитаете какую-то ему там на полчаса книгу или расскажете какую-то историю без просмотра мультфильмов, без активной игры уже в период укладывания, то около час-полтора обычно ребенок спит. По нашему опыту, дети в саду до старшей группы спят практически 99%, потому что соблюдаются все эти условия, ранний приход в сад требует от них раннего подъема, занятия и выгул, который у них происходит, утомляет их. И после обеда все вместе они обычно укладываются. Возникает проблема у детей ясельного возраста, которые переживают адаптационные сложности, им трудно уснуть, потому что для них сон – это еще сигнал ночного сна. Им кажется, что ребенок остается здесь жить. Для них кроватка – это символ семейный, каких-то рамок и семейного местонахождения. Поэтому иногда у детей в этом возрасте возникают страхи дневного сна. Но с этими вещами нужно работать индивидуально. Либо с родителями, либо с психологами, либо с воспитателями. Не забувайте, якщо ваша дитина не буде дотримуватися режиму дня, це може призвести до певних труднощів вже під час відвідування дитячого садочка. Его будут укладывать, его будут уговаривать, в зависимости от того, какие воспитатели вам, как вам повезет с воспитателями. Но для того, чтобы создавать, облегчить ему эту тяжелую иногда повинность для него, наличие дома обязательного дневного сна и наличие дома режима будет позволять ему к этому привыкать спокойнее, либо не сопротивляться с душевными какими-то переживаниями. А кроме того, мы ведь тоже существа ритуальные. Если мы привыкли днем спать, то организм уже будет потихонечку нас и подталкивать. Пора уже, я уже спать вроде хочу. Деякі батьки вважають, що якщо дитина не спить в день, то вона більше втомиться і швидше засне ввечері, а нічний сон буде міцним і спокійним. Досвід і практика свідчать, що все відбувається навпаки. Многие мамы замечали, что ребенок к обеду становится более капризный, более требовательный. И после сна, до вечернего уже потом сна, дожить с ним легче, потому что ребенок спокойнее, немножко он отдохнул. И, естественно, нервная система наша перенапрягается в течение дня, ей отдых необходим обязательно. И в этом смысл дневного сна, его физиологическая потребность в том числе. Щастя – це коли тебе розуміють. Комунікативні навички – це не лише розмови та бесіди. Це обмін і встановлення емоційного контакту, здатність людини взаємодіяти з іншими людьми. Формування усних навичок спілкування відбувається у людини практично з самого народження. Ізначально маленькі діти, вони вчаться спілкуватися на примірі взрослих, як би дзеркалює їх. С какой тональностью, с какой эмоциональностью, с каким позывом. Чималу роль у манері спілкування відіграє тип темпераменту дитини. Наприклад, холерикам властиве імпульсивне та емоційне спілкування, а меланхолікам – навпаки, стримане та спокійне. Знаєте, є такий момент немаловажний. Всі ми різні, і наскільки нам, у нас є потребність в спілкуванні, це індивідуальний підхід. Бувають такі дітки, які чувствують себе комфортно і достатньо впевнено, коли вони знаходяться наедине з самим собою, і в них мало, і вони мало контактують з іншими людьми, взрослими і дітками. Но если вы наблюдаете у ребенка,
скажем так, изменения в поведении. То есть если ребенок у вас был более общительный, а на данный момент он стал малообщительный, если с ребенком вы заметили, что происходит, скажем так, не только в поведенческом моменте, да, но и психологическая тревожность, депрессия и так далее, значит, у ребенка что-то происходит. В першу чергу потрібно вияснити причину різкої зміни у спілкуванні. Це може либо повишена конфліктність, либо неуверенність, либо розчарування в собі. Негативний опит в общенні. Це може бути, ну, скажем так, страх. Значит, кто-то испугал, значит, кто-то дал посыл много критики, ребенок засомневался в себе, у ребенка снизилась самооценка, ребенок не может в полной мере раскрыть себя, свой потенциал в общении. Якщо у ранньому етапі дитина недостатньо спілкувалася, то пізніше у школі виникнуть проблеми щодо налагодження соціальних зв'язків. Человек такое существо, что даже на подсознательном уровне пытается смягчить или даже отгородить любое отрицательное влияние. Такое поведение достаточно естественно и является психологической защитой. Під час розмови дитина повинна відчувати безпеку та комфорт. Старайтесь общаться на интересующие темы. Если вы пытаетесь наладить контакт с ребенком и хотите пообщаться с ним, здесь можно в игровой форме. В разговоре обязательно дайте такой посыл и понимание, что вы как никто понимаете и чувствуете и поддерживаете своего собеседника. Майже завжди в адаптаційному періоді у дитини змінюється манера поведінки. Прослеживается и замкнутость, прослеживается тревожность ребенка. Конечно, надо ребенку дать время. Надо знать своего ребенка, надо его почувствовать. Ни в коем случае нельзя давить на ребенка. Ну, опять же таки, нужно его расположить к себе. Да, нужно наладить доверительные отношения. Вот мы даже взрослые, если нам приятно с кем-то общаться, мы будем общаться. Если нам неприятно с кем-то общаться, мы просто не общаемся. Все наше життя – це спілкування з собою, з людьми, які нас оточують. Від того, як ми вміємо висловлювати свої бажання і почуття, розуміти чужі волевиявлення і реагувати на них, багато що залежить. Если человек много общается, если человек находится в обществе людей, в коллективе, таким образом он не просто повышает свой интеллект, он и социализируется в социуме. І наостанок. В житті важливо бути не тільки комунікабельною, але і просто хорошою людиною.